have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки. Привет, привет! Итак, сегодня у нас очередное местечко, куда притащил нас кот. Пожалуйста, расскажи нам, где и что. Как он называется? Игра называется The Amazing Bunker. The Amazing Bunker. Хорошо, поехали. Короче, крутой бункер. Тут да, магазин со всякой фигней. Все снято с продажи. И гляньте. Тут, в принципе, надо делать всякую фигню. Тут медведь с пулеметом. Stay hydrated. This is the threat. Бесплатная блоксикола. Это угроза. Где? Покажи. Вот, смотри, бесплатная блоксикола. Это фри. Да, это фри. Окей. Можно я не буду это пить? Мне кажется, что бесплатные бывают только в мышеловке. Так, вот этого кота я знаю. Вот этот чеботанк я тоже знаю. Чеботанк. А, вот эту серию я смотрел. Голубь. Ой, смотри! Слушай, это ж твои шмотки. Голубь, твои шмотки спер. Какого фига? Иди сюда. Сейчас. Я иду. А вот, собственно, и голубь в твоих шмотках. У меня мило суши. Ты где? Я... А ты где? Тут какие-то гномы. Говорят, я в этом же магазине. Где? Я иду. Чу. Я пытаюсь себя найти. Вау. Ты кто такой? Сгинь от меня. У меня такие уши просто. Так, тут свинка Пеппа, тут какой-то... О, вот эту картину я бы, кстати, купил, я бы даже такой в комнате повесил бы. Ровид 19, ну-ну. Кофин мемы, Doom Eternal мемы. Qualified, Emergency Meeting. О, да-да-да, что-то сас. Я не могу тебя найти. Яйцо! Чувак, тут дофигища крутых вещей. Я нашел рандомное яйцо. Хорошо, хорошо, хорошо. А как тут зарабатывать деньги? Я просто тыкнул куда-то и заработал деньги. Да, вот так. Ой, я вижу медведя с пулеметом. Макулейт. Да, это который говорит тебе, избегай обезвоживания, это угроза. Оу, меня засосала лавка. Ага, you picked the wrong house, fool. Это у нас Си-Джей говорит... это у нас Биг Смоук говорит Си-Джею. Да. Офисы. Ой, я взял бинго-карт. А как... Что здесь делать? Объясни, пожалуйста. Мы тут нычимся, тычимся. У чувака башка... Это, как думаешь, какие номера? Ты кто такой? Это горшок. Погоди, ты из Элден Ринга. Стой, Александр. Горшок Александр. Ой, блин, тут кто-то столы поломал. 11. Бинго. Тут у меня кнопки увеличить температуру или уменьшить, но там потом говорится, что мне кажется, это не следует трогать. What? Слушай, ты знаешь, где ты? Склады, я в каком-то гамазине. У меня нет ничего, что я мог бы продать. Меня отсюда выкинуло. Хорошо, я тебя понял. Ой, я иду к тебе. Это значит, возле там. Возле там, возле тут. Возле там. Тут вам не здесь. Тут вам не здесь. Так. Тут какие-то гамазинчики. Ты возле... Кто? Еще какая-то блевотина. Погоди. А ты куда ушел? Я тут сейчас. Вот я. А, вот и не туда. Пикачу? Пика, а что ты не предупредил, что ты с нами играешь? Ладно. Пикачу. Я тут возле голуби в твоей одежде. Понял. То есть нет, я нифига не понял. А ты на каком этаже хотя бы? Это этаж? Я все на том же, я никуда не уезжал. На первом этаже? Пошел я чувак с надписью. Я после магазина колы. Тут такой типа фудкорт. Из 6 магазинов или что-то такое. Никак не могу понять, где это. О! Лавочки, скамеечки. О, привет! Наконец-то, слушай, пойдем. Вот у меня бинго, помоги. Да не крути же, ты же вижу. И чё? Ну, я не знаю, что тут делать. Free space. Это пятнашки, что ли?
Это бинго. Это не... это бинго? Да? Да, это... А где бочонки бинго раздают? Ладно. Бинго! О, кнопка! Тебе говорят, что тебе не следует это делать, да? Блин, да. Так и говорят. Угу. Мне тоже так и говорят. А что все хлопают? Staff Canteen. Это... Яблоки! Как зарабатывать деньги в этом месте? Я тронул подарок какой-то. You touch my tra-la-la, блин, да? No supplies order. Так, хорошо. Пошли в лифт. Хорошо, хорошо, поехали. Все, я иду за тобой, потому что я без понятия, что тут делать. Да я тоже без понятия. О, рандомное яйцо, наверное, могло бы быть. Ты нашел рандомное яйцо, спасибо. Колпак. Я побоялся на него нажимать. Можно арендовать метлу за 20 баксов. Блин, это было страшно. Ладно, идем за мной. Эй, парень, посмотри на меня. Делай как я, делай как я. И куда мы? Куда-то. Так, я тут уже был. У чувака вон это... Mission Pest плюс Respect. Что? Mentos Sale? Ментос, блин, сел. Блин, место какое-то вообще отбитое. Какого фига? Место настолько отбитое просто. О, тут коробочка из Амазон злая. Туалетная бумага. Блин, я не могу ее купить, она слишком дорогая. Ясно, мы в Америке. Хорошо, по крайней мере, это мы выяснили. Ой, я могу купить Мило. Как думаешь, у меня есть 100 долларов. Бесплатный поушен? Оно тебя убивает. Вот это? Да выпей, выпей. Я ничего не говорил. Спасибо. Я не хочу потом тебя опять искать 35 лет. О, тут холодик смолка. Где? Вот, смотри, я тут. 7-Up. Big Smoke, Streak Red. Еще 7-Up есть. Zip-Up? Да, есть. Плоксикола, Zip-Up. Beans. Подумаешь, что бы мне купить? А у тебя тебе прям деньги есть? Я куплю себе Майло, все. Ты в курсе, что с тебя сыпется? С тебя песок летит, чувак. Тебе лет 150 минимум. Да нормально все. Ты че? Стекло! Это стекло, это офигеть! Стекло. Я думал то, что это. Я думал, там можно пройти. Вроде бы. Стой. Что ты кто такой вообще? Не знаю, я себя чувствую в каком-то сюрреалистическом кино. Так. О, блин. Ты можешь... Мне кажется, нет. Мне кажется, что все. Слушай, там построено вроде Слушай, я не помню, по-моему, такого полнейшего дурдома давненько уже не было. Знаешь, я себя сейчас чувствую практически героем, потому что, показывая этот режим нашим зрителям, мы практически избавляем их от того, чтобы они сюда приходили сами. Блин, это прикольно. Было оно опять лимитированное, да. Так, мы тут были. О, смотри, что можно. Что там? Ну-ка, я иду к тебе обратно. Ты на яйце сидишь? Как бы это плохо не звучало, да. У тебя вообще суп на голове, я не знаю, что это. Это наподобие Несквика, да. Вроде. Из него сыпется даже когда ты стоишь, ладно? Присаживайся. Идем. Я хочу... Где-то здесь... Прикинь, смотри, что? Иди там. Ты где? Смотри на стул. Наблюдаешь? Да. Опа! У меня какой, точно такой же. Опа! Так, что делает банкомат? Ладно, это... Да. Он выдает бабло? Нет. Я понял, он забирает бабло. Весло только что появилось. Я видел. А что, если я наступлю на эту странную жидкость? Ничего не... О, есть лестница! А
А я не могу его взять. Где? Что? Где это? А, вот, полезли. Блин. Туго закрыто, ладно. Мы начинаем идти теми же путями. Тут мы заблудились, чувак. Это место слишком огромное. Мне наоборот кажется, оно не слишком огромное. Именно поэтому мы заблудились. Кренбери? Интересно. О, мы тут не были. О, чувак, это же прямо штука с моего плеча, смотри. После того, как ты ее отпустила, она выросла и стала жить здесь. Да. Главное, духовный рост. Я нашел что-то. Идем. А, кстати, есть же туалет. А что в туалете? Да, точно. Как это? Поиграть в игру и не зайти в туалет? Это, кстати, не тот. Это другой. Тут, видишь, колпак стоит по-другому. Это... Другой туалет. Да, что, да. Опен. 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 Хорошо. Лифт! Ёлка-палка, лифт. Давай, поехали. Куда? Так. На него можно нажать? На какой этаж идем? Поехали на второй посмотрим. Да, идем на второй. Тут что-то наблевано, погоди. Да нормально, это люди просто блоксиколы любят. О, другой магазин. А, нет, это не... Мы, по-моему, на... Чувак, это тот магазин, с которого мы начали. А, так вот почему я тебя найти не мог. Он, оказывается, находится на втором этаже. А как мы попали... Как мы без лифта... Мы по ступеньке где-то спустились? Я не знаю, чувак. Я не знаю. Ступеньки. А, возможно, вот здесь. Да! Нет? Нет? Да? Да? Ну-ка. Там сказано выход. Выход куда? Это третий этаж? Погоди, мы все это время ходили по третьему этажу. Идем вниз. Идем на самый первый этаж, давай. А как туда попасть? Поехали на лифте. Лифт, да, идем туда. Я запомнил дорогу к лифту. Ох ты ж, блин, как все запутано-то, оказывается. Значит, мы сюда, это третий этаж. Мы поехали на второй, оказались на том этаже, где мы начали. Получается, можно на первый или на четвертый? На пятый. Поехали на пятый. Что? О, привет. Тут, походу, вообще совсем другое. О, можно через дверь пройти, и тут будет всякая фигня. Тут... Это аркады, чувак. Вот это ты стрёмный чел. О, я могу поиграть. У меня нет... Недостаточно билетиков. А где мне токены взять? И там все стоит за билетики, кстати, видишь? Ну, типа монетки и билетики. Где здесь зарабатывать деньги? Где здесь брать хоть что-то? Токены. Как? У чувака можно получить токены, если тыкнуть на кучу токенов. Так, давай, казино. Один лимон, два пирога. Блин, проиграл. А, давай еще. Я получил 15 токенов, да. Да, я, можно играть казино, давай. Мы должны победить. Это вообще-то... Это все честно. Азартные игры, если что. Это один. Два. Блин. Ну, может быть, третий тоже. Ну-ка. О, 52. Два. Ты 52 токена выиграл? Да, 52 токена, чувак. Ну, как на торте. Два токена. Не, ну по два это, конечно, круто. Я $2... А, я $2 где-то выиграл. 40! Токенов! Два винограда. А, блин. Я так рад, когда $2. $1. Мусорка. Да, мусорка. Юлус. Две мусорки и единичка. Юлус. То есть было, ты ничего не выиграл, а тут ты прям проиграл. Чем мы занимаемся, а? Кто сказал, что она для детей? $2? У тебя сколько тикетов? Тикетов 44 и 6 баксов. Я себе игрушку куплю. 40!
84. У меня 72. Так, у меня 6 долларов, 72 тикета. А я сейчас уже все дотрачу. 47, у меня 119. Красавчик. Ладно, последний спин. Еще один спин. У меня еще два спина осталось. Ну-ка, у меня еще один. Давай, Mission failed. Давай ты спин, и потом мы вместе последний. Хорошо, стой. Еще 40. 1, 2, 3, спиннинг. Я проиграл. Хорошо, 128,6. Мы можем игрушку купить. Так, надо тщательно. Длинный кот! Где? Вот! Вот внизу, длинный кот. Это тигр! У меня свой собственный длинный кот, офигеть! Офигеть, я тут. Так, я тут штуку где-то видел. Фишка в том, что вот такая вот вещь, она просто офигенная. Бля, она реально с меня высотой. Идем. Я могу еще что-то купить. Идем за мной, я хочу, чтобы ты это... Я могу еще что-то купить. Ты это видишь? Что? Подушка. Я бы больше на вот этот стаканчик посмотрел бы. Я знаю такой стаканчик в зеленой расцветке. Где бы я такой мог видеть, а? Наверное, в другой вселенной. Так. Что? Рыба. О, лицензия клоуна. Тут чувак на картах? Походу. Так, я хочу посмотреть на все, что я могу купить. У меня 119 есть. Могу что-то купить. У меня еще 48. Как же все интересно. Офигеть, ну-ка. Тут можно купить осьминожку. Блин, осьминожка мне не хватит, кстати. Дож. Ты кто? Тут много вещей за полтос, но полтоса у меня нету уже. Я могу купить себе стул видео. Ой, тут мягкий нуб есть. Где мягкий нуб? Там мягкий нуб. Тут. Слушай, у меня. Возле... Вот он. Я куплю себе длинного кота. Да. У меня есть еще 39. За 48 я могу купить еще панду. Или, например, вот панда? Это... Панда? Панда? О, я переведу свои тикеты больше токенов. А, так можно? Да. Чувак. Погоди, что? Я что-то не понимаю. 5 тикетов в один коин? Я что-то не понимаю. Погоди, я что-то не понимаю. Как ты что мне делаешь? Погоди, но тикеты не убавляются. А, походу все. Придем через 3 часа, будем еще спин. Погоди, но у меня есть еще один спин. Делай это, давай. Ну-ка. Выиграй. 2 тикета, у меня ровно 50 этих. За 50, но я могу уже много чего купить. Ты можешь купить панду, медведя, много медведей. Офигеть, ты посмотри, что я нашел. Что? Ты видишь этого плюшевого котика? Да, вижу, но он 60 стоит. Я могу купить что-то еще, что ли? У меня 39 есть. 39. Я куплю себе лицензию клоуна. Зачем? Так, это шляпа? Это плюшка октопуса. Погоди, они заменяют друг друга или что? Я без понятия. А, ты можешь опять тыкнуть на кота, и ты его вроде бы должен получить обратно. Ну-ка. Да? Это так и работает. Я, получается, купил 2 плюшевые игрушки. Хорошо? Мне это вполне устраивает. Пошли на четвертый этаж. Сколько мы тут времени? Смотри, это вообще работает как скример, глянь. Нет, вот сюда. Так, давай, на четвертый этаж. Пойдем, да, чекнем еще четвертый, потому что у нас уже время серии заканчивается. Тут стульчики продают. Generic chair shop. А меня вполне устраивает. А, тут стульчики, чтобы потестить, смотри. А, реально, это прикольно. Ты покупаешь? Ну, то есть, мы вот... Я вот этот бесплатный получил, когда пришел сюда. Вот это кресло. Что? Коробка! Ты в ней... Кошачья коробка? Можно
можно будет в коробке сидеть. Именно в коробке, внутри. Это... Погоди, как Solid, как Solid, да? Нет, как Снейк Solid? Прикинь, если там тоже сидит. Ты кого-то видишь? Я уверен, что там будет туалетная бумага. На ящике туалетной бумаги сидят только миллионеры, так что если что. Ха-ха-ха. Да, если ты выиграешь лотерею, ты никому не скажешь, но явно будут некие намеки. Ёлки-палки. Тут красная кнопка. Чувак, красная тут красная кнопка. Давай тыкнем в нее. Что вы сделали? Она выключает свет. Да. Слушай, а что вот хорошо это работает. Art of Default? Art of чё, блин? Дефолтнес, Нет, искусство... нет, нет, вдруг у тебя заберут только так. Да, я понимаю, что это сбрасывает абсолютно на все. Я думаю, тогда на этом будем серию заканчивать. Местечко очень колоритное, очень интересное, как по мне, поэтому предлагаю вам тоже прийти сюда, посмотреть. Возможно, вы тут найдете совершенно что-то другое для себя. Не знаю, мне понравилось, как тебе? Мне офигеть, как понравилось. Я выиграл такого вот крутого кота-тигра. Да, котов мы получили, что очень круто. На этом тогда все. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем ладушек. И всем пока. Всем покеда.